Налетчику, который с топором нападал на торговые точки, вынесли приговор. За решетку он отправился на 9 лет. Обвиняемый по версии следствия причастен к двум разбойным нападениям. Это одно из первых его преступлений. В темной одежде и медицинской маске на лице он зашел в аптеку на улице шоссе Металлургов. Мужчина сразу подошел к одной из витрин, повалил ее и разбил стекло. Достал кассовый аппарат, в котором была выручка, но не смог вскрыть оборудование. В этот момент появился фармацевт. Женщина хотела убежать, но подозреваемый преградил ей путь и начал угрожать топором. Продавцу пришлось вернуться в подсобку. Налетчик последовал за ней, но когда понял, что безрезультатно, скрылся ни с чем. А это кадры из супермаркета. Сюда он также пришел с топором. Вскрыл кассу и забрал выручку – 2500 рублей. Также похитил алкоголь на сумму около 500 рублей. Продавец в панике сначала пыталась спрятаться в подсобке, а потом ей пришлось убегать из магазина. Позже полиция задержала налетчика. По фактам противоправной деятельности подозреваемого в отделе полиции Металлургическое управление ВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанным оказался 37-летний, ранее несудимый местный житель. И вот Металлургический суд отправил его на 9 лет в колонию общего режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 100 000 рублей.